Смотрите, я показываю вам, как примерно устроена моя игра. Надеюсь, она не упадет. Этот телефон на соплях держится. Слева и справа команды, как в танках, в стандартных. Вот основные танки, допустим. Сейчас я покажу вам. Вот препятствия. Разные препятствия. Есть круглое препятствие, есть такое, есть такое. Ну, для примера просто. Каждый игрок расставляет свои танки там, как захочет, он нападает. Ну, например, я играю, я вот здесь вот лес. Здесь в лесу я, например, ставлю ПТ-САУ. Она замаскирована в лесу. Могу поставить здесь пехоту. То есть встроена игра будет так, что игрок, противник не видит, что, например, вот здесь спрятан пехотинец, здесь заминирована противотанковая мина, здесь муравьи. Здесь тоже лес, здесь чувачки спрятаны. Здесь тоже ПТ-САУ. Это стандартные танки, ну, обычные, просто игровые. Это муравьи. Артиллерия есть. Штурмовики. Есть вот здесь в окопе спрятаны. Есть огнеметный танк. Есть вот танк времен Первой мировой войны, который против пехоты и против сооружений. И вот ты не знаешь, кто где спрятан, но здесь как бы ты видишь, как нейтральная сторона, видишь все, но они не видят. И вот он запускает разведчик, робот-разведчик. Для примера ставит танк за этими. Я вот играю за этого игрока, ставлю танк за этими тремя блоками и запускаю разведчика. Вот он едет, в него стреляет штурмовик. Тут в зависимости от того, можно раскачать броню, можно не раскачать. Можно сделать ему, что он будет сам стрелять или выстреливать миной и ранить этого штурмовика. Но вот этот чел, например, уничтожит разведчика. Отъезжает. Отъезжаю. Тогда я что делаю, если здесь пехотинец? Я беру своего штурмовика. И отправляю. Перестрелка происходит.
стрелка происходит. Мой этого подстрелил. Все. Отходит чуть-чуть. Теперь дальше отправляю еще робота-разведчика. Подъезжает. Здесь в него ракетчик стреляет, уничтожает. Понятно, здесь ракетчик. Что значит делаем? Ну а вот это вот, допустим, он не заметил, потому что здесь препятствие было тоже. Что делаем, если знаем, что здесь ракетчик? Что же сделать с ним? Из артиллерии стреляем в этот, в него, вот в этот участок. Вот артиллерия наводится, стреляет. Там в зависимости от технических характеристик и навыков экипажа, допустим, если вот выпало, убил, уничтожил осколочно-фугасным ракетчика. Теперь противник отправляет муравьев и танк на меня. А он отправляет не муравьев, не танк, а свой разведывательный дрон, допустим, поверху. Вот так вот он идет через вот эти места. Вопрос, если мина противотанковая, то дрон, если на нее наступит, он взорвется или нет? Вопрос вот к вам. Ведь он легкий все-таки. И можно ему сделать детектор, чтобы он мины обнаруживал, кстати. Но так он ее не видит. Вот он едет. В него стреляют танк. И он замечает вот этот танк и вот этот. Уничтожен. Значит, наступают муравьи, танк. Так, едет. Здесь он подрывается на мине, останавливается. А муравьи бегут, этот пехотинец стреляет в них, ракетчик стреляет, танк стреляет из пулемета. Сейчас кинем муравьев. Ну, в общем, здесь перестрелка происходит. Ну, муравьи неудачно атаковали. А здесь танк вы... Так, здесь танк стоит. Как же сделать? ПТСАУ подвигаю. Выстреливаю из ПТСАУ в танк. Рикошет. Короче, он выдвигается. Он стреляет из своей арты вот в этот квадрат. Попадает мощно. Контузит и приборы выводит из равновесия танка вот этого. А он спрятан за вот этим блоком. У них вот так вот спрятан. Так, что же сделать?
Короче, вот этим я стреляю из укрытия вот этого в этот танк, а он в меня стреляет. Не пробил. Он попал. Отнял жизнь. Ракетчика отправляю. Пускай стрельнет в танк из-за угла. Ну, не пробил. Прячется. Здесь тем временем выезжает вот эта машина. И вот этот танк выезжает. Так. И винтовочник въезжает. Этот стреляю в этот танк. Уничтожил. Этот стреляет в танк, но здесь есть небольшие укрытия, блоки. Рикошетит от блоков. Этот штурмовой танк стреляет в пехотинца. Ну, короче, убивает его, по сути. Подъезжает дальше. Этот стреляет из ракетницы в танк. Промахивается. Танк стреляет в него из пулемета. Убивает. ПТСАУ стреляет в танк. Не пробило. В лобовую деталь не пробило. Этот подползает, стреляет из винтовки в танк. Так, короче, через укрытие он пробил. И очень мощно подбил танк, что там контузило всех. И прибор починки требуется. Теперь вот этот танк на помощь едет. Так, вот этот стреляют они друг в друга. Вот этот уничтожен. А этот подбит. Теперь вот этот стреляет. Теперь ПТСАУ стреляет в танк. Ну, так. Не очень. Теперь вот это и вот этот стреляет в этот танк. И этот. Да, блин. Короче, он эти неудачно выстрелили, а вот этот хорошо выстрелил, уничтожил танк. Вот теперь здесь ПТСАУ осталось вот это. Подъезжает. Стреляют друг в друга. Этот шестерка выпала, этому единичка уничтожен. ПТСАУ стреляет в этот танк. Подбивает хорошо. Этот подъезжает, и этот
подползает, стреляет. А, ну, им еще нужно найти ПТСАУ среди зарослей. Подползают. Ну, обнаруживают, короче, и стреляют. Трошечка. Короче, убивают. Вот. Правая команда победила. Это такая примерно игра, вот как мой мозг работает, к чему стремится, как я хочу улучшить игру, сделать хорошую игру. А еще я хочу рассказать вам сейчас идею для игры, которую я хочу реализовать. И для этого нужна команда небольшая.